14 несовершеннолетних поставлено на учет в полицию за 5 дней операции «Дети в ночном городе». А в регионе в ходе оперативных мероприятий доставлено в полицию 230 подростков. В операции приняли участие свыше 400 полицейских и представителей других заинтересованных госорганов. Увеселительные заведения, парки, скверы, переулки и дворы. В ходе ночного рейда в зоне внимания ювенальных полицейских все места возможного появления несовершеннолетних. Полицейские отмечают, что основная цель отработки – это не количество выписанных предупреждений и протоколов, а профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в отношении них. В данном мероприятии принимает участие отдел, молодежный отдел, центр инициативных ресурсов, партии «Нур Отан», отдел образования города Петропавловска, управление здравоохранением. Значит, за 2 дня оперативно-профилактических мероприятий было установлено 1 развлекательное заведение, где находились несовершеннолетние. Также были факты нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях, где в отношении родителей были приняты меры административного правонарушения. В целом, в Петропавловске в ходе операции «Дети в ночном городе» было составлено 36 административных протоколов. Из них 27 за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Также проверено по месту жительства 111 неблагополучных семей. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Петропавловска выполняет координирующую роль государственных органов в части профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Наша основная задача – это выявление неблагополучных семей, подростков с девиантным поведением, работа с ними, реабилитация и так далее. Ну и другие принимаемые меры в отношении несовершеннолетних для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий, связанных с несовершеннолетними детьми. По информации Управления местной полицейской службы Департамента полиции, за 5 дней ОПМ в регионе в полицию доставлено 230 несовершеннолетних. Поставлено на профилактический учет 14 подростков. Илья Кудряков при поддержке пресс-службы областного департамента полиции.